очередной выпуск. Он начинается из пробки. Сегодня день. Сегодня в моей компании будет корпоратив. Зачем нужен корпоратив? Корпоратив нужен для того, чтобы люди, которые никогда не видятся на работе и не могут поговорить, наконец-таки встретились на корпоративе. Вот все красивые собрались. Хоть когда. Сейчас я не. Сейчас я сюда музыку наложу. Да? Сейчас будет вид сзади. Идите. Блин, какие вы красивые девчонки. Подожди, давайте на работу будете так приходить. Все, я придумал. Мы сейчас меняем дресс-код. Все будут ходить теперь так на работу. Так, все, мы собрались. Все сидят. Все красивые, все трезвые. Пока еще. Покажу потом просто через 2 часа, как мы веселимся. Контраст. На контрасте будем играть. Бухгалтер мафии. Привет. Это мой личный Путин, подожди, никто не знает. Я всегда говорю, это мой Путин личный. Маховать плавниками. Сколько по времени это делать? Ты можешь бесконечно махать. Друзья, коллеги, так. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю всем здоровья, любви и благополучия. Ура! Вот он, Глеб, это самый легкий на подъем сотрудник. Я к тебе специально. Я говорю это, смотри, не у всех же есть свой личный Путин, а у меня есть, мне повезло. Я говорю, сейчас налоговая на нас наезжает, давай я запишу твое обращение к налоговой, и мы их расформируем вообще нафиг. Не, я это, официально такие комментарии по поводу этих врагов. Не даю? Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя.